твоя жизнь, блядь. Ты про эту тёлку, блядь, через год забудешь, блядь, а она тебе, может быть, вспомнит, блядь, кого видите, нахуй, по телевизору, блядь, а тебе будут Оскар, ёпта, вручать, блядь. Понимаете, блядь? У каждого, блядь, 100%, вот тут не пиздите, блядь, вот у кого не было такой мысли, то, что ты хочешь что-то выложить в сторис, он такой думаешь, блядь, а чё вот она подумает, или чё он подумает, блядь? Блядь, вообще похуй, чё она подумает. Просто, блядь, посрать, нахуй, под носом, ёпта, на лоб, блядь. Блядь, у каждого такое было, 100%. И в этом вся ошибка, то, что мы, блядь, мы столько, блядь, всего не делаем, из-за того, что мы боимся, блядь, стороннего оценочного суждения, блядь, это огроменная ошибка, мужики, блядь. Это пиздецкая огроменная ошибка. Ты никогда в старости, блядь, не будешь, блядь, думать. Ты уже не будешь, блядь, понимаешь, думать о том, что типа, ну. То есть тебе надо двигаться дальше, надо идти дальше, блядь. Понимаешь, жизнь продолжается. То есть, типа, запомните, не вокруг одного человека, блядь, жизнь вертится. Вот так вот. Если вы там думаете, что вы никогда не найдете себе человека лучше, вы глубоко заблуждаетесь. Вы сильно заблуждаетесь, блядь. Вы, если вы будете развиваться, если вы будете искать новые знакомые, попадать в новые компании, вы будете находить, встречать людей все лучше и лучше. Просто это, знаете, это на самом деле розовые очки, блядь. Вам кажется, что ебать, типа там девчонка там идеальная, я не знаю, блядь, туда-сюда там, блядь. Бля, ребят, вы можете реально искать лучше, бля. Вы достойны в тысячу раз лучше, бля. Если там какая-нибудь... Да, блядь! Сука, гнида, блядь! Девушка бросила. Братан, не парься, бля. Я тебе по своему опыту говорю. И не только по своему, я думаю. Ну, типа, люди расходятся, люди встречаются, братан. Если так случилось, поверь мне, это к лучшему. А я могу так сказать. Если вы расстались по обоюдному согласию, значит, еще можно задуматься. А если тебя именно бросили, тогда вообще хуй забей. Да, да, братан, я согласен. То есть, если тебя бросили, братан, значит, типа, это ее дело. Понял? И ты найдешь себе лучшую девушку. Я тебе серьезно говорю. Потому что не надо никак, знаешь, там цепляться за человека, типа там любимая, вернись, там унижаться, типа и так далее. Просто отпусти ее, знаешь. Парень, я так скажу, блядь. Унижал и оскорблял тебя на людях без особых причин, блядь. Вот таких нахуй сразу, парень. Если есть девушка, блядь, которая чувствует, что вас не ценит, блядь, в пизду ее, блядь. Ну просто пошла нахуй. Бля, вы достойны лучшего, достойны большего, бля. Не распыляйтесь на всяких пёст, ебать, от которых просто несёт сёмга ебаный, бля. Ну, пиздой тянет, бля. Девушка должна вас ценить, бля, понимаете? И сосать, блядь. И вы должны тоже, если хотите, пизду лизать, бля. Не имеет значения, бля. То есть, типа, это всё... То есть, если это вашей красавице сюрстрёмингом несёт, пошла нахуй, бля.